Дорогие друзья, эти открытки по-своему уникальны. На них изображены плакаты самой известной советской агитационной серии «Окна роста». Оригиналы хранятся в Российском музее медицины нашего Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Николая Александровича Семашко. Мы выпустили серию открыток с изображениями плакатов, посвященных здоровому образу жизни, которые даже через 100 лет, а именно столько лет назад они были нарисованы, не теряют своей актуальности. Мы хотим, чтобы молодые ученые нашей страны получили эти открытки, стали нашими друзьями, принимали участие в совместных проектах и мероприятиях. Давайте вместе сделаем нашу российскую науку самой молодой в мире.